Приветствую вас на канале Hardyset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G71 сделать запись экрана. Для начала открываем панель быстрого доступа и находим здесь кнопочку «Запись экрана». Удержав на ней палец, можем открыть некоторые настройки записи экрана. Например, можем выбрать размер видеоискателя, можем выбрать разрешение записи видео, можем установить ограничения по времени записи, можем установить ограничения по размеру файла и можем записывать прикосновения по экрану. Тыкаем по этой кнопочке раз, чтобы начать запись. Нажимаем «Начать», и спустя обратный отчет запись начинается. Можем поставить ее, например, на паузу, затем воспроизвести. Можем эту менюшку перетягивать. Можем записывать микрофон, можем записывать звук системы, можем записывать и то, и другое. Можем включить видеоискатель у нас тут. Также можем рисовать что-нибудь на экране, делать какие-то заметки такие вот. Ну, вы поняли. Тыкая на красную кнопочку, можем запись остановить. И после этого она будет сохранена в галерею. В раздел Screen Record. И вот она, наша запись. Также можем рисовать что-нибудь на экране, делать какие-то заметки такие вот. И отсюда можем нашей записью поделиться, можем ее изменить. Или же можем ее просто удалить. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.